Спокойно, спокойно, товарищ. Музыка уже куда более суровая стала, обратите внимание. Ребят, смотрите! И Джей Пуга Пиллар, и 1000 бонза кроликов, нифига себе! Здравствуйте, друзья, с вами Декарт. Прямо сейчас мы находимся на канале Ранана. Да, такое название. Мы смотрим, ребятки, смотрите, это мопса-гусеница. У нас сегодня будет куча видосиков про Friday Night Funkin' и Poppy Playtime. И также моды будем смотреть. В общем, будет весело. Ставьте, пожалуйста, лайк. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще не подписаны. И жмите колокольчик. Ссылки на оригиналы будут в описании. Ребят, смотрите. Здорово, красавчик. Пиджей Пуга Пиллар. Вау, какой красивый. Давай его ловить. Я, конечно, извиняюсь, что я сразу остановил видео, но у меня тут же вопрос. Вам бы тоже в голову первая же мысль, которая бы пришла в такой ситуации, ловить эту нечисть? Я бы, наверное, убежал, не знаю, конечно. А, они как в игре. Они чисто как в игре, бегут только когда темно, я понял. Вау. Что случилось? Смотри! Кто же еще там может быть? Может, ты скажешь что-нибудь? Что это было? Nice. Очень мило. А теперь мы на канале Боб, и у нас тут 1000 кроликов Бонзо. Мне просто интересно, что это, как это вообще, чему это, я не понимаю. Ребят, смотрите! Какое Бёрди? Ты что, дурак? Где ты увидел Бёрди? Ты подумал, что это птичка? О нет, родной мой, это ни хрена не птичка, поверь мне. Это та еще ушастая подлюка. Вон, смотри там. Ну, песня, кстати, классная. Песня классная, и Бонзо Кролик реально хорошо подпевает. Мне вот эта мелодия нравится больше, чем оригинальная мелодия Бонзо. Прикольно. Хорошо исполнили. А остальные 999 дятлов на заднем плане отдыхают? Да, они ничего не делают. Бонзо, тарелками им там по башке надавай, чтобы они тоже как-то включались в работу. Какого фига? Бонзо не хочет. Бонзо не хочет их никак исправлять. Блин, песня хорошая, мне нравится. Я тоже неплохо пою, согласитесь. Согласитесь, я тоже неплохо пою. Вполне мог бы быть участником мода наравне с ними, да. Так, ага, ага, хорошо, хорошо. Великолепный вокал, прекрасный. Нашел голос, вы бы заняли первое место, ребята, это точно. Так. Как он увлеченно тычет пальцами везде, да? Ты мог бы перестать тыкать пальцем в кроликов? Это не культурно, товарищ. Тыкать пальцами не культурно. Кстати, сколько еще этой песни идти? А не так уж и долго. Но музыка прикольная. Музыка, еще раз повторяю, мне нравится. Там, кстати говоря, есть еще видос похожий. Сейчас увидите. Че это за чувак вообще? Я хрен его знает. Из мультика, походу, про Робина вот этого, да, товарища? Или как его там звать? Это, наверное, Робин? Я так понимаю, что он одет как Робин. Из мультиков Бэтмен и Робин. Поэтому, наверное, они какие-то там Робокоп, вот это вот, наверное, да? Хрен его знает. Напишите в комментариях, что это за персонажи вообще. Так. Хорошо, хорошо поют, ребята. Уши висят просто вообще на ура, просто отвисают, зависают пацаны. Вот еще один видос, который похожий. А, ну я понимаю, здесь та же будет песня, да? Guys, look. Да? И что скажешь дальше? Бёрди, опять! Тебя жизнь ничего не... Это тоже Бёрди, да? Это тоже птичка. Охрененная птичка, очень классно. Ну, в общем-то, теперь он против мами Лонглэгс поет ту же песенку. А тут, собственно, показывать, наверное, больше особо и нечего. Мы снова на канале Боб, и на этот раз мы смотрим мод про мопса-гусеницу. Мопса-гусеничка очень счастлива и рада, что ей есть кого покушать, судя по внешнему виду. Стрелочки достаточно быстро летят здесь. Надо отметить. Это неудивительно, что тут ботплей включен. Так. Ага. Хорошо. Хорошо поет. Хорошо язык высовывает. Хорошо зубы скалит. Все замечательно. Единственное, ведет себя не очень хорошо. Характер дрянной у мопса-гусеницы, понимаете? Та еще подлюка кусучая. Так. Ага. Ну, музыка, конечно, такая специфическая достаточно. Но я думаю, что для общего развития послушать это стоило. Канал Мимс Сосич. Что если в моде на Бонзо все станут бойфрендами? Оригинальная идея, достаточно интересная, я считаю. В общем-то, что происходит? Происходит следующее. У нас внизу бойфренд. Вверху у нас тоже бойфренд.
И вы не поверите, даже в стекле у нас, по идее, бойфренд. Только я почему-то его не вижу ни хрена абсолютно. Опа, 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 нифига! Стоп. Мне кажется, ли это каблук гёрлфренд? Гёрлфренд пришла? Точно! Гёрлфренд защитила бойфренда от бойфренда. Прекрасное зрелище. Ой, мамочки, это при чем здесь? Откуда там взялся Among Us? А, ну, кстати говоря, бойфренда в стекле видно, только хреново. Вот он, короче, торчит, видите, с длинными руками. Прикольное зрелище. И держит бойфренда при этом. Бойфренд держит бойфренда, в то время как бойфренд пытается напасть на бойфренда. Прекрасно. Ну и на сладкое, как говорится. Новый мод Хаги-Ваги во Friday Night Funkin'. Да, сегодня необычная серия. Мы смотрим видео, а затем играем в мод Poppy Rap Time. Он стал рэпером. Замечательно. Смотрите, какой милаш. Часть первая. Появление на фабрике. Берем хард режим. Вот рожа. Это рожа означает хард. И поехали. Ля, какой прелестный товарищ. Так, погоди. Давай мы сразу решим этот вопрос. Мне нравится анимация. Анимация топовая, прям сразу привлекает. Так, поехали. О, у нас, смотрите, у нас там Among Us'ик сбоку. Ой, тихо. Трики. Трики и Хэнк. Так, кого еще там можно увидеть? Так, а вот этих сбоку я не узнаю. Какие-то кролики. Музыка хорошая. Музыка прям очень прикольная. Рэпер, что называется, вот прям от души, понимаете? Прям рэпер в плоти. Рэпер, что называется, с рождения должен был читать рэп, и он нашел свою судьбу. Красавчик. Так. Ну, Эминем, Эминем просто, понимаете? Эминем так в жизни не зачитывал. Красава вообще, Хаги-Ваги. Так. Хорошо, получается. Песня вроде легкая. Блин, хорошая такая музыка, прям такая добрая, прикольная, веселая. Вот таким вот должен быть рэп. Вот это я понимаю. А вы там слушаете своих этих Моргенстернов, да? Вот какой рэп должен быть, понимаете? Вот это настоящий рэп на максималках. Так. Хорош, нормально он отжигает. Так. Ну, голос, кстати, интересный такой. Не такой голос я у Хаги-Ваги привык, конечно, слышать, особенно вспоминая вот прошлые моды, какие были. Он там вай-вай-вай, вот так вот пел. Тут он такой более серьезный мужчина такой, понимаете? Классная песня вообще. Я буду ее еще слушать потом. Довольная морда-то какая. Че такой довольный? Че такой довольный, Хаги-Ваги? Тебя же уделали. В этом версус батле ты проиграл. Спокойно, спокойно, товарищ. Музыка уже куда более суровая стала, обратите внимание. Па-п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 а
Вот это настоящий рэп улиц. Уличная музычка, да, прям ощущается. Ага. Слушай, чувак, а тебя я не пойму, тебя в трансформаторную будку запихнули и включили напряжение? Что у тебя с лицом? Что у тебя с прической? Что у тебя совсем? Совсем твоим естеством, друг мой? Расскажи. Ох, запищал там, как несмазанная дверь-то, ёкарный баба. Смотрите, здесь все простенько достаточно, практически все стрелочки берутся. Ага. Тоже интересная мелодия. Мне прошлая больше нравилась, но это такая прикольная, специфическая. Ты чем эти звуки издаешь, Каги-Ваги? Жопой своей, что ли? Откуда, что это за калькулятор у тебя? Ты проглотил калькулятор? Какого хрена? Что это за кибернетическая... Это Терминатор Машин там звучит. Пи-пи-пи-пи, что это? Что это, я не понимаю. Так, кардиостимулятор у тебя что ли работает там? Или что? Что происходит? Так.
Хэнк и Трики так хорошо смотрятся вместе на заднем плане, обратите внимание. Мне кажется, эта музыка их сближает. Ну и рожа у него. Ну и морда, прости господи, родной ты мой. Боже. Все, я понял. Тебе очень плохо, Хаги-Ваги. Рэп плохо на тебя влияет. Тебе нужно переходить на Моцарта, не знаю. Вау. Мелодия заметно меняется, обратите внимание. Это кто так тяжело дышит? Бойфренд или Хаги-Ваги? Бойфренд, наверное, да? Ну и морда. Не, анимации просто прелестные, конечно. Так. Ага. Ох, запердел бойфренд. Ох, закряхтел, запердел. Как старый дед просто. Ну это вообще сейчас рэпчик идет, прям четкий. Вот это они там читают, а? Про чекуль, про машины, про тачки, да, про все такое. East Coast, West Coast, да, brother, yeah, brother, да, что-нибудь в этом роде. Что-нибудь в этом роде там поете? Крутые пацаны вообще, да, просто. На флексе. На флексе, пацанчики, на пафосе вообще, рэперки. Нормально так. Ага. О. Отличненько. Ну чё, ой. Это должно было случиться. Что-нибудь уронить обязательно надо. Вот такой вот мод, вот такие вот видосики, вот такое вот все у нас сегодня было забавное, веселое, интересное. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайк, пишите комментарий, подписывайтесь и жмите колокольчик. И всем счастливо, всем удачи, всем пока.